Всем привет! Если у вас замучил грибок или потеют ноги, есть способ эффективный. Для этого берем мы соль. В общем, посыпаем 4 столовых ложек. Так, 2, 3, 4. Так. Ну, наливаем теплой воды, потом берем йод и 6 капель йода. Раз, два, три, достаточно. Так, в общем, все это сейчас размешаем тут. В общем, способ эффективный на 100%. Сейчас у меня ноги уже не потеют так. Так, берем. В общем, парим 10 минут. И такую процедуру мы проделываем ежедневную. У меня ноги перестали потеть после 3 недель, наверное. Уже, ну, так малость потеет, но не так уже. В общем, я вычитал тоже в интернете этот рецепт, решил проверить на себе. Ну, в общем, эффективно. Там пишут, что лучшее средство от грибка, от потения ног. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, грибка у меня нету, но ноги потели сильно. Поэтому способ как бы эффективен. Мне он помог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.